33-м регионе впервые вручают медали «Педагогическая слава земли Владимирской». Среди награжденных – учителя-предметники, классные руководители, воспитатели, преподаватели колледжей. Педагоги признаются, работа у них непростая. Миссия учителя – не только передать детям новые знания, но и помочь формированию их личности. Чтобы дети наши любили свою страну, любили тот же предмет «История», чтобы были воспитаны нравственно, чтобы была определенная гражданская позиция у детей. Нравится эта работа, нравится работа с детьми, нравится сам предмет, личная история, да, например. Нравится школа, нравится коллектив, общение. В системе образования Владимирской области трудится около 20 тысяч человек. У каждого педагога есть родные, близкие и множество благодарных учеников. Поэтому праздник День учителя можно считать всенародным, уверен губернатор Александр Авдеев. Без педагога не будет ни врача, ни инженера, ни токаря, ни повара. Хочу еще раз сердечно поблагодарить вас за профессионализм, усердие, за труд, который вы вкладываете в подрастающее поколение, в будущее нашей страны. И пожелать вам здоровья, счастья, постоянного движения вперед, пытливых и одаренных учеников, благодарных учеников, которые всегда вас будут радовать своими достойными мыслями, поступками и достижениями. Глава региона отметил, сфера образования в числе главных приоритетов развития региона. В области строится 7 новых школ. Недавно открыли начальную школу в Сновицах. А в конце года планируют начать строительство нового учебного заведения в Александрове. В школах открываются точки роста, IT-кубы, кванториумы. Для учебных заведений приобретают новое оборудование. Осваивать его сегодня – важная часть работы каждого учителя. У нас направление информационной системы программирования. Самое сложное – это успевать за развитием нашей вычислительной техники, развитием программного обеспечения. Всегда нужно быть готовой, готовность к урокам. А самое положительное – это, конечно, это ответ от наших студентов, их горящие глаза, научить их чему-то новому. Ну и, конечно, часто мы и у них чему-то учимся. С Днем учителя педагогов поздравил исполняющий обязанности председателя законодательного собрания региона Роман Кавинов. Он рассказал, в состав вновь избранного парламента вошли несколько педагогов. И это очень важно для совершенствования законодательной сферы. Роман Кавинов также отметил, настоящий педагог – это человек, который оказывает огромное влияние на всю дальнейшую жизнь своих учеников. Встретить в своей жизни хорошего, правильного учителя – учителя с большой буквы, это большое везение, большое счастье. Я искренне благодарен судьбе, что в моей судьбе были такие учителя. И я точно знаю, что те, кто сейчас принимает поздравления высших руководителей Владимирской области, вы именно такие. И для десятков и сотен своих учеников, своих воспитанников, вы настоящие наставники. Руководители области подчеркнули, сферу образования будут поддерживать и в дальнейшем. Только за последние полтора года в эту отрасль регион привлек более 3 миллиардов рублей. Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов.